Похоже на цыпленка, а летает как ласточка. Желтая «Лада Калина Спорт» в прошлом году наделала много шума. Именно на таком автомобиле премьер Владимир Путин совершил исторический пробег по трассе Чита-Хабаровск. Раньше такой дороги на карте России не было. Чуть больше 2000 километров Путин проехал на отечественном авто. Хорошо, пишите. Уверенно, спокойно. Не шумная совсем. Да, приемность. Немножко притопила. Ярко-желтый автомобиль стал символом отечественного автопрома. Та самая машина, за рулем которой сидел сам Владимир Путин, теперь находится в музее АвтоВАЗа. Зрители программы «Новости Телеобъектив» могут точно такую же выиграть. Цели на самом деле несколько. Первый – это день рождения Телеобъектива, который мы будем отмечать в феврале. Второй – мы хотели, чтобы в Саратове появилась машина такая же, как у Путина, желтая «Лада Калина». И третий момент, ну что же здесь скрывать, это реклама нашей программы «Новости Телеобъектив». Регистрация участников начинается сегодня. Вам необходимо отправить буквы ТНТР и ваше имя, фамилию и отчество на короткий номер 5420. После этого следите за эфиром. Задача телезрителей – каждый день смотреть новости «Телеобъектив». И как только на экране появится желтый автомобиль, отправить СМС с названием сюжета на короткий номер. Итоги акции мы подведем в марте месяце. Автомобиль получит самый наблюдательный зритель. Тот, кто заметит больше всего машинок и пришлет название сюжета, в которых они проехали. Все подробности на сайте teleobjektiv.tv. Павел Фитилев, Валерий Богословский. Новости «Телеобъектив».